с тобой посмотрим вот на такие вот насыпные свечи. Это у нас набор, рассчитан на возраст от 5 лет. Значит, я справлюсь. Ну, мне понравилась просто сама идея вот этих свеч. Давай посмотрим, что у нас внутри. Само собой, нет, это не рюмки, это вот как раз сюда у нас будет насыпаться. Так, одна. И вторая. Так, они у нас чуть-чуть разные. А звук интересно. Да, и звук тоже чуть-чуть разный. Так, следующее, что у нас тут есть. Это, скорее всего, фитиль. Дальше. А это еще один фитиль. Ну да, один покороче, другой подлиннее. Пахнет воском. Ложка. И вот он сам. Я так понимаю, что вот это вот как раз-таки воск. Взрослых набор рассчитан, пойдет. Не оставляйте детей без присмотра. Не буду оставлять правила работы. Содержимое набора рекомендуется использовать только по назначению. Ага. Ага. Так, не требует никаких дополнительных. Ага, вот. Самая простая насыпная свеча состоится из последовательно насыпаемых слоев воска. Разного цвета, толщину слоя, наклон можно менять, выбирая положение стаканчика. Подбирая цвета, а также варианты насыпания слоев, можно получить неповторимые красочные свечи. Ну, давай сделаем неповторимую красочную свечу. Почему бы и нет? А единственное, что я, наверное, вот из этих пакетиков сейчас во что-нибудь пересыплю. Ну, потому что они прям очень громко шуршащие. Вот. Да, сейчас я все подготовлю. И мы продолжим. Так, ну я все пересыпал вот по таким вот рюмочкам. Ну, давай. Ну, не знаю, начнем с чего-нибудь. Так. Так.
сыпется. То ли не сыпется. Так. Странно, вроде бы только насыпал, а он уже какой-то такой. Какой-то как будто бы полуслипшийся. Слушка, а правда, ничего так получается. Смотри, вроде бы симпатично. Страшного. Чуть-чуть его размешаем. Так, белый. Белый, синий. Ну вот только что же я насыпал, все нормально было. Вот опять. Непонятно, он как-то это. Может быть, из-за того, что, ну, из-за воздуха, может, он какой-нибудь. Не знаю, даже может слипаться начал. Кто же его разберет, этот воск? Я ж первый раз вообще такое делаю. Так же. Симпатично получилось. Несмотря на всю мою криворукость, получилось более-менее симпатично. Так, а вот этот мы, смотри, сейчас как сделаем. Я сейчас попробую все-таки. Так. Не понимаю, если честно, в чем дело. Слипается. Ну, ничего страшного. Главный результат. Главный результат. Что я говорил. Ладно. В общем, как-то непонятно он насыпается. Не знаю, с чем связано. Не знаю, с чем связано. Но может, правда, из-за воздуха, может быть, не знаю. Ну, как бы то, что его ничего в данный момент не греет, это точно. Не знаю, непонятно. Так. Вот только что перемешал. И он все равно опять сразу же практически слипся. Вот эту
специальную палочку. И вот сюда вот ее вставляем. И вытаскиваем. И что у нас получилось? Ну, такое себе получилось. Может быть, опять же, я что-то делаю неправильно. Я ж как бы, ну, не силен. Это ж я вообще первый раз в жизни подобным занимаюсь. Симпатичнее смотрится. Ну и теперь нам нужно что? Нам нужно посмотреть, как это вообще будет гореть. Мы берем фитили. А нам понадобятся ножницы и спички. Так, ножницы и спички. Все будет гореть. Я же вроде не очень длинные фитили сделал. Так. Ну. О. Все, воск начал плавиться. Соответственно, во время плавления он попадает на фитиль, пропитывает его, и фитиль начинает гореть. Ну, на мой взгляд, даже несмотря на мою криворукость, получилось очень симпатично. Это действительно очень-очень просто. То есть прям вот, ну, вот прям буквально в течение нескольких минут все это делается. И, ну, по-моему, красиво. По-моему, очень-очень-очень даже. Очень-даже все это симпатично и красиво. И горит хорошо. Смотри, прям огонечки. Хорошие, красивые, ровные огонечки. Ну и очень рад был тебя увидеть. Спасибо, что пришел. Приходи еще, мы с тобой что-нибудь еще вместе интересное сделаем. Ну и всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра и удачи.